эти камеры отправляли сплит, вот они наблюдали за домом. Я просила передать опять в сплите два родственника. Ну, родственники. Нет. Раз, два, три, one, two, three. Я просила Игоря. As close as we could get to the scene. Вот, просто дублируют это ваше. Ну, это если как раз нужно. Вот, ну, короче, нам с вами показывают, да? Все, ладно, на случай перемоги, тогда мы будем. И сейчас пойдем по краю. Well, we're as close as we could get to the scene of this horrific tragedy here in Moscow. From the video that we've just seen, we can tell. Ты пойдешь мне? Можно я буду подвигать? Давай. Слушай, подожди, дай я тут присядь, подержи. Я сейчас присядь проведу. Ну, может, здесь лучше, да, транслировать? Я думаю, нет. Я давай подержим так. Туда к автобусу, да, мы его вытащили. Здесь труп увезли, можем, в принципе, туда вернуться. Ну, типа, туда поставить. Блять, мы сейчас ночью, если честно. Ну, нам все равно сказали с тобой остаться. Нет, остаться понятно. Я говорю по картинке. Они сейчас будут его дергать. Коллеги, отходите, пожалуйста. Нет. Сейчас, постойте секунду. Сбили там, глянь. Вот так я сейчас буду стоять. Я буду по центру кадра стоять? Нет, проверь. Пока не скажу, как. Не подскажете, если хотите не подскажете, то покажете. Извини, дружище, рад, буду рад. Я стою, а пусть люди не работают еще. Извини себя, Таня. Извини себя. Я не стою, я не знаю, что. Давайте, куда будет, куда будет. Я туда иду, там лучше. Пойдем, мы такие сестры, бля! Давай, давай, сиди на тут или там.
як не готовий, а то не дивити, не тут так, то не просто просто. Жень, так будет, да? Да. Чуть-чуть сюда. Ну, район, нормально. А? Чуть-чуть подвис. У меня трансляция идет. Сюда вот лично мы с ним Чувак, ну ты мне за спину еще не сейчас залезешь. Мы сейчас снимать будем, когда будет удерживаться. Ну, ты встань за ним, потому что... Нет, я не встану. Ты не сторонушку опять принеси немножко. Я так же делаю все на теле, как и ты. Давай, ну тогда это... Ну, сейчас ты выйдешь в прямой эфир, и я отойду. Встань, вот, просто тебе так удобнее, чтобы снимать. Вот, перестань. Давай. Вот. Вот, 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 вот. Даже немножко так подвинул, вот. О, отлично, нормально? Все. У меня отлично, у тебя? У меня тоже отлично, а то просто ты меня подпираешь. Да, да, окей, все супер. Готово? Готов. О, давай. Ты не мешают? Бем, на меня. Готов? Да. Поехали. Чтобы достать автобус из подземного перехода, пришлось использовать специальный тягач. Сама машина двигаться не может. Первым делом ее отправить на техническую экспертизу, чтобы увидеть. Так.
Давай через стоп. Поехали. Чтобы достать автобус из подземного перехода, пришлось использовать специальный тягач. Сама машина двигаться не может. Первым делом ее отправили на техническую экспертизу, где будут обследовать все узлы. Самое главное – выезд. Могла ли именно техническую исправность стать причиной трагедии? Давай, что попробуем. Готов? Сейчас, подожди, что-нибудь подвинуться. Ау. Процентов 15. Женю, вы нормально? Да. Готов? Готов. Четверть шажка сюда. Куда? Сюда, направо. Сюда? Да. Я просто не вижу ваш массив. Я понял. Прям вот буквально переступили. Нет, назад. Чтобы достать автобус из подземного перехода, пришлось использовать специальный тихо-часовой машин. Нажимай. Готов? Да. Товарищ полицейский! Можно немножко подвинуть в сторону шум? Подвиньтесь, пожалуйста, чуть в стороночку. Можно шнурками погладить, я скажу тогда. Что, сложно, что ли, подвинуться, а? Это ты зря сказал. Чтобы достать автобус из подземного перехода, пришлось использовать специальный тягач. Сама машина двигаться не может. Первым делом ее отправят на техническую экспертизу, чтобы выяснить, могла ли техническая неисправность быть причиной трагедии. Сейчас секунду открыли. Еще раз? Да, разочек еще сделаем. Повернись на меня. Да. Пишем. Чтобы достать автобус из подземного перехода, пришлось использовать специальный тягач. Сама машина двигаться не может. Первым делом ее отправят на техническую экспертизу, чтобы выяснить, могла ли именно техническая неисправность стать причиной трагедии. Давай, еще разочек я тебя покажу. Сейчас, подожди, может он сейчас подвигает его. Давай. Четверть шажка. Бывает, но не сейчас. Дим. Давай четверть шажочка вот сюда. Просто переступи его так. Так? Да. Готов? Сейчас что-нибудь подвигать начнет уже. Дим, на меня посмотри. Да, давай вот так запишем. Дим, давай запишем. Давай. Дим. Чтобы достать автобус из подземного перехода, пришлось использовать специальный тягач. Сама машина двигаться не может. Первым делом ее отправят на техническую экспертизу, чтобы выяснить, могла ли именно техническая неисправность стать причиной трагедии.
Сейчас, конечно, какое-нибудь движение, давай поймаем. Что держать? Это? А ты не можешь? Нет? Я просто сейчас держала телефон, я вот не знаю. Я просто пытался сейчас списаться. А? Списаться, конечно. Нет, хочешь позвонить? Да, и мне нужно это еще. Да, и мне нужно. Просто Саша сейчас отпрямит. И... Давай, встань за мной. Через 10 минут Адвест пойдет, а мы с тобой пойдем погреемся. Спроси, просто нужны ли какие-то еще синхроны там, не знаю. Слушай, я пойду на ту точку, наверное. Конечно, там сбоку видно. Нет, там не издалека никаких. Где прибольчик делают? Да, я там уже делала трансляцию, да. Так, ладно. Можно вас сейчас перебежать, да? Пойдем со мной? Пойди туда, там сейчас милиционер остановит дорогу и перейдет. Ой, так просто. Я тебя потеряла. Был момент, когда он задымился буквально несколько секунд. Он там бензин звонил, я прям рядом с ним стою, и он там бензин. А ты нашим писал об этом, нет? Да. Что он дымился? Он бензин. Он дымился, нет, он прям, знаешь, задымился реально. Пиздец, мы делаем трансляцию с телефона почти 2 часа. Одежда. Собянин на видео, да? Нет. Он был? Он был, есть фото, не могу спускаться. Но, видимо, он приехал до того, как засеки 7 минут, и через 7 минут ты пойдешь посмотришь Саша там, чтобы выставился на трансляцию здесь. Я хочу, чтобы он здесь стал, здесь хорошо. Ладно? 7 минут. Извините, пожалуйста, а как пройти в торговый центр туда? Ну там почти на перекопе, вторая половина. А, он работает, да? Подземный тоже? Да. Сашки. Он еще не отпрямил его. Не отпрямил его еще? Ну, я говорю, давай минуты через 3. Он сейчас араба отпрямит. Хотя, я думаю, араб быстро отпрямится. Приводи его сюда тогда.
здесь хорошо делать трансляцию. Ну хочешь, иди уже. Или я, или я. Не, я сейчас не могу. Давай, там мне холодно. Да, сейчас с той стороны подход будет. Пусть он идет. Я не знаю вообще. Да, сейчас подход будет. И он тебе сказал, что он там останется. Да, я буду написать и возможно не так. Я. Только здесь хорошо. Я сойду отсюда. Куда? Его все, увезли.
Ты можешь сюда пройти? Нет. Это ну тоже фокус. Видишь, я делаю фокус. Есть? Ну фиг знает, он реагирует на мой нос или нет. Попробуй своим пальцем. Замерз. Что-то не особо уже меняется. Ладно, все в одном. Ну, поводи его вот так вот, ну, боком должен, ну, чуть-чуть. Ну, нет, все. Ты, он еще на приближенном, вот, все. Не надо, будет хуже. Отодвигай. Ну, картинка впереди, ну, попробуй. Видите, вы не подскажете, на ту сторону как? Попробуй еще пальчиком. Вот, отведи его, подержи на елке. А, типа, я остановил движение. Да, вот, да, жезл кверху, и все встают, и поверху все идут. Все, надо оттуда, с дороги его. Еще